Всем привет! Сегодня 2 марта 2000 год. Сейчас мы находимся во Вьетнаме, в Ничанге. Всем советую сюда хотя бы раз слетать. Во-первых, очень красиво. Здесь, получается, отели расположены все за дорогой. После идут шикарные парки, где вы можете позаниматься, кто хочет спортом. Такие площадки для спортивных людей. Парк камней. Позанимались на этих площадках, после идете на море. Пляж шикарный. Песок желтый, вода как бирюзовым цветом. То, что хорошо, народу не так много. Конечно, жарковато, сегодня градусов под 40. Правда, время уже 1 часа дня, на пляже пекло. Так вьетнамцы тут отдыхают. У них уже как в крови заложено. В обед обязательно надо прилечь. Кто даже на мотиках ездит, ложится на этот мотик. Не знаю, как они не падают с этих мотиков. Кто с гамаками едет, гамаки между деревьев натягивают и отдыхают. Вот смотрите, какой шикарный пляж. Правда, песок горячий, не то что на Кубе. Хоть там 40 градусов это, но песок никогда горячим не был, потому что он там как мука белый, а тут горячий. Ну тоже красивый по-своему. А это вот находится парк Бинбёрн. Там не были, но говорят, тоже шикарный парк. К нему идет канатная дорога. Канатной дороге люди едут туда. Еще у них прикольные как бы елки, но у них мягкие колючки, такие мягенькие. Сейчас тут солнце. Вьетнамцы молодцы. Целый день убирают, подстригают. Вот смотрите, как елки подстрижены. Какие-то треугольнички, какие-то спиралькой. Вот квадратиками стригут. Тень хорошая от этих елочек. Подстрижены большими навесиками. Поднимите. Тут такая травка мягенькая. Цветочки. Я тут только его не очень-то вижу, желтенькие. Ну, всем советую приехать. Во-первых, сейчас можно дешево купить сюда туры. На 13 ночей можно взять на двоих за 45 тысяч. Уж можно как-то попробовать отложить. Но зато приедете, вам здесь понравится. Мужу моему нравится Испания, но Испания тоже красиво. Там тоже все, вот это сосна, есть воздух шикарный. Но Испания — это такой летний период. Зимой там холодно. А здесь вот сейчас март, погода очень хорошая. Хотя мы смотрели прогноз погоды заранее. Было написано дожди, а сюда прилетели — совершенно другая погода. Каждый день солнце, каждый день жара. Единственный день был позавчера, дождик был, он сейчас вот до 2 дня. Но он быстро-быстро прошел, и все. А наш отель находится вот там. Я потом видео сниму, как идти от нашего отеля до пляжа.
очень рядом. А отель, в принципе, так нормальный. Белобегония называется. Ну, нам, в общем, нравится. Шикарно. Так, ну все. А, еще тут, конечно, дорога ужасная. У них тут пешеходные переходы вроде бы как бы есть, но они никогда не останавливаются на этих пешеходных переходах. И ты идешь, считай, что с закрытыми глазами. Главное поднять левую руку и переходить дорогу. Единственное, на пешеходном могут остановиться европейцы, которые едут на машинах. А эти вьетнамцы, они тебя просто объезжают, как дерево. Так что, что есть пешеходный переход, что нет, осторожно надо переходить. Так, ну ладно, все тогда. До следующих видео. Все. Пока.